Наташ! Ой, перекинь опять руки обратно в хват. Как зовут, скажи? Аня. Все, давай. Раз, два. Нет, руки нет, переверни. Не цепляйся вообще за поручень. Отпусти руки. От, руки убери. Подожди, сейчас. Нет, нельзя так закидывать. Подожди, у меня сейчас это... Нет. Сердце. Просто если ты схватишься, то ты повистишь. А тогда будет травма. Ну, еще минутку подождите. Еще полсекунды? Нет. Минутку? Нет. Пожалуйста, минутку. Давай на счет. На счет чего? На счет три. Сейчас, минутку. Можно орать? Можно хоть заораться. Нужно орать. Я просто шаг делаю и все. Да, все, давай. Руки отпускай. Я стою здесь. Опять вот. Неправильно перехват. Я думала, у меня... Просто шаг, Наташ! Раз, нет. Два, три. Ну, стоп, ну, стоп, стоп. Ну. А почему он так не это? Давай в обратном порядке. Просто руки отпусти. Угу. Господи, это я вообще я не знаю. Это быть надо дурой полной, чтобы согласиться на это все. Можешь сразу веревку в руки взять. Какую? Ну, перед тобой вот эту. В районе узла. Здесь нельзя держаться? Можешь.